Конечно, не только одесские ведомости информируют нас о том времени, было ли оно около 1830-го до так называемой Крымской войны или даже после мировой, уже с 20-летним смещением мировой, имеем в виду той, что было в 19 веке, и, возможно, длилась она не одно десятилетие. Это уже не существенно, а вот явление самих преобразований описать необходимо. Еще есть и заметки путешественников, и письма, так сказать, живые, небыто свидетельства жизни и колорита той эпохи. Конечно, весьма весело и неоднократно, друзья, инзурированное это свидетельство весело почему потому что всегда отвергать весело а вот противиться очень тяжело и грустно ну и это покоряет слабые души и ведет народы к тому чему их и привело все вот это вот издевательство над нашим духом то есть практическому исчезновению свободы наших душ. Да что делать, руки у нас коротки, чтобы добраться до той старой цензуры и ее как бы наказать, и еще более коротки, чтобы вскрыть тайные архивы европейских столиц и Ватикана и Лондона. Но зато острый и пытливый наш ум не позволяет нам уснуть ни днем, ни ночью. И того продолжаем наш рассказ дальше. Чают из Восточно-Крымского музея заповедника, что в их библиотеке сохранилась одна из подшивок одесского вестника за 1730 год. Интересно, а как с другими и до, и после, и сколько вообще, спрашивать не будем. Это государственная тайна. В общем, все, что связано с историей, вдруг быстро становится государственной тайной. Друзья, не заметили разве? И то нельзя, и это неудобно. И лишь во все времена увесистые дяденьки и широкообразованные тетеньки, рассказывают нам об истории все, что нам положено знать, меняя, правда, со временем свои показания в зависимости от степени декорации, но без изменения сути и парадигмы, скажем, условно со второй половины XIX века принятой. Так вот, подшивку газет бережно хранили, как утверждают, из-за того, что на страницах издания от 8 октября 1830 года впервые было опубликовано сообщение о знаменитом кургане кульоба и великолепных находках под курганом в склепе. Мы их уже выше цитировали. Уж не шлиман тут ли поработал? Нет. Он еще как будто мал был и неразумен, не хитер и простодушен. И это в то время, как мы уже говорили, свирепствовала холера и вообще всякие бедствия свалились на российскую провинцию. И весь мир Священной Римской империи, и зараза, и голод, и восстание, например, в Польше, да и не только. На Западе тоже кое-где. Но газета пишет о кургане и золоте. Есть еще одна заметка о кульопских куль редкостных прелестях. «Моя ты прелесть!» Помните у Толкиена, Киена? Как приятно найти сокровища. Что и вызвало у керченских обывателей новый промысел – кладоискательство. Что, впрочем… У некоторых жителей нашего славного города не умирает и по сей день. Через месяц, 1 ноября 1830 года Вестник опубликовал эту новость, а рядом упомянуты такие рядовые события, как то в Париже, день рождения французского короля Луи Филиппа, и извещение о выходе нового журнала ⁇ Русский Меркурий ⁇ все хорошо, все хорошо, прекрасная маркиза. И не важно, что мир и Европу, и ту же Францию сотрясают восстания и катаклизмы. Все хорошо, все хорошо. Мы копаем землю и в горячке ищем клады. К этому же году мы еще вернемся, как и ко всем событиям ближайшего к нему времени – а пока вновь окунемся в записки путешественников и свидетелей, так сказать, состояния нашего славного города в то время. И тут вспомнились мне, вернее, нашел их э, мои рассуждения в 80-х годах прошлого века, когда я думал о романе с Дюбрюксом и в главной роли именно с ним. Вот оно. О Дюбрюксе, заметим, будем говорить очень подробно, и о его деятельности в будущем, но и потому несколько спешим с этим вот сообщением, но ничего не остается, как его надо привести. Середина 80-х годов 20 -го века, и тут написано, Люди любят докапываться до истинных причин того или иного явления. При этом еще никогда в истории человечества истинные причины так и не открылись ему. То, что находились и находятся такие, что говорят так оно было, поэтому и поэтому, иначе быть не могло, потому что так оно было. Извините, это не цитата из киевского мэра, это мои и цитата, моя цитата из 80-х годов, но не мною сказанные и так далее. Люди, опомнитесь, хватит бахвальства, хватит самообольщения и тумана, притупляющий у вас разум. Вот одно поколение говорит так, приходит другое, говорит это, -э затем вновь и вновь все изменяется, и вот уже кажется, что более полно знать нельзя, потому, мол, что если сложить все так и э это, уже есть, по крайней мере, всесторонний, а не однобокий взгляд на явление. Но кто с чистым сердцем и ясной головой клятвенно скажет, я верю что завтра не придет некто, который все истолкует по-другому и в том почти убедит своих близких. Кто? Думаю, что человек с чистым сердцем и ясной головой никогда так не скажет. И вот мы, глядя на революционные события во Франции конца XVIII века, зная буквально обо всем происходившем и обо всем всех действующих лицах всех событий, уверены, что все знаем, все понимаем и абсолютно точно можем трактовать как это время, так и людей его. Людовик консерватор, Робеси – Пьер прогрессист. Жирандисты такие-то, Наполеоны того хуже. И уж дальше плеши перо по проезжим дорогам, громада. Громади свое здание, благо все разжевано до косточек, только можешь собственным умом уточнить кое-какие детали. Например, в каком камзоле был казнен Людовик или арестован Робеспьер, или, наконец... Короче говоря, общая картина нам известна, а прозорливцы читают по ней все события до мельчайших их перворечин. Боже, какая скука! До чего мы любим объединять себя, себя и своих предков, превращая их и себя в таких запрограммированных роботов, Первый сказал так другому, другой воспринял и ответил. Первый пошел и сделал, и оба пожали плоды своей деятельности. Не более все усложняется, если в этом всем присутствуют третий, десятый, сотый. Мы извиняемся, быть может, за туманность э, стю стиля, но мы даем понять, что наши Простейшие. Даже умные, казалось бы, рассуждения со временем, если ты живешь для обретения опыта и знания, становятся в лучшем случае наивными и неглубокими, так как повторение, пусть даже прекрасных истин из опыта и знаний, это та самая ложь, которая вводит нас в лапы всяких там паразитов и либерал-революционеров. Этим отлично пользуются захватчики земли, и они смеются, глядя на наши наимные потуги и так называемые поиски. Может, Дюбрюкс не был осознанным злодеем, но совершал зло во имя какого-то воображаемого им блага. И все-таки мы вернемся к странному 1830 году. Все было описываемо за этот год в аномальной терминологии. Впрочем, не только этот год, а вообще все ближайшие 20-летия. 20, -летия. 20 -летия. было и голод, и заразы, Мало голода и заразы, так еще оказывается, что весна этого года выдалась настолько холодной, что даже в первой половине апреля Керченский пролив был забит льдом. Вы помните, друзья и жители Крымского края и Кубани, о таких погодах? Мы – нет. Но тогда, вследствие этого несчастья, в гавани скопилось, пишут в Одесском вестнике, до 170 судов которые не могли выйти в Азовское море, где носились, пишут ужасные глыбы льда, айсберги, что ли, а те из них, то есть суда, что решились на это, были вынуждены вернуться. Вообще-то хаос с свидетельствами погодных аномалий начала XIX века имеет огромную амплитуду, и невозможно все сводить только 1830 году, как мы уже уговорили, как вообще именно только к России, так и тысячу, например, 1816 знаменитому трехлетию без лета. Конечно, много противоречий можно встретить в официальной стаографии на эту тему. Скорее всего, по-прежнему происходит постоянно зачистка и дезинформация фактами и деталями жонглируют по приходе новых хозяев земли или смене неких поколений в этом х, у этих паразитов и то вдруг появляется вновь сообщение о теплой земле 1816 года в то время как ранее говорилось совершенно иное а что уже забыта и аномально холодная зима 1803 года по всей Европе, когда даже река Сена покрылась льдом, а в Пензе, например, замерзала ртуть, точка замерзания которой минус 39 градусов. По Цельсию. Практически все начало XIX века характеризуется холодными зимами и засухами. Климат катастрофически менялся. А вот даты, приписываемые этому явлению, вполне могут быть иными. 1808-1809 года замерзло Балтийское море.

Плюс небывалое наводнение в Санкт-Петербурге в ноябре 1824-25 года, одновременно чума и сибирская язва везде, затем еще трехлетние холодные зимы 1839, 1834 и даже 1700. Тридцать шестые года. Но затем, ко времени после 1842 года, официальная историография приписывает очень благоприятные изменения в климате, что довольно-таки сомнительно. Многие альтернативные исследователи именно к этой дате и приводят глобальную катастрофу на Земле. Конечно, возможны варианты и катастрофа была циклично и разложено во времени, как это описывает Олег Павлюченко, довольно-таки основательно и убедительно. То есть в различные года или со смещением общего календаря лет, так на так на лет 20, либо же по Кунгурову, 1842 году, но уже с последующей перепиской истории. После чего мы имеем то, что имеем. Третью версию правдивости официальной историографии мы вообще не будем рассматривать. Достаточно ее лишь упомянуть, что уже больше реверанс в пользу фальш, фальши официальной историографии. Правда, и тут мы видим общую связь с нашей главной теорией. В 1844-1845 годах была очень холодная зима как в России, так и в Западной Европе. Сильная буря пронеслась от истоков Западного и Южного Буга до Крыма 25 января 1745 года. Особенно отмечаются ее гибельные последствия в Подольской, Волынской и Киевской губернии. И затем вновь голодные годы не только в России, но и в Ирландии, как вы помните, 1746 год наверняка искусственный голодомор и ну голод, однако постиг и Англию и Францию и Северную Германию. Но прервем на время описания климатических ужасов первой половины XIX века. Вторая половина XIX века характеризуется уже постепенным потеплением климата. Во всем Северном полушарии Уменьшался, уменьшился ледовый покров морей. По подсчетам российских климатологов, количество морозных дней во второй половине XIX века, по сравнению с первой его половиной уменьшилось в два раза, хотя и позже выпадали порой холодные зимы и весны. Например, в январе 1800 1853-54 годов вновь замерзла сена, а в 1854 холод царил в Центральной России. Очень снежные бури, были, осенью уже были снежные бури в Алжире, и буря пронеслась снежная от Алжира и до Керчи и Курска. Отметим, что 1857 год нам отметим, что в 1857 году есть описание эпидемии холеры, тифа, чумы и, как же без нее, сибирской язвы. Как вы думаете, могут ли такие заразы появиться? в хорошем климате и в мирное время. Вопрос риторический. Впрочем, у оправдателей всех эпох и официальной историографии, конечно же, никаких сомнений в этом нет.